Crowdfunding International. По сведениям из Википедии, краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, которое объединяет свои ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Мощность краудфандинга удивительна. Идея, где люди помогают друг другу, становится все более и более популярной. Краудфандинг представляет собой процесс финансирования проекта за счет привлечения небольшой суммы денег от большого числа людей. Интернет увеличил популярность этой идеи и передал ей скорости. Надо сказать, люди давно были готовы помогать друг другу. Они делали это в каких-то локальных сообществах в виде небольших взносов. Одним из первых примеров финансирования является сооружение знаменитой статуи Свободы. По рекламной кампании в газете привлекались небольшие пожертвования. И в конечном счете более 160 тысяч вкладчиков помогли собрать сумму, достаточную для столь глобального проекта. С 2003 года интернет придал дополнительную скорость распространению идей краудфандинга. Было запущено много новых платформ. На сегодняшний день насчитывается более 400 краудфандинг-сайтов. Аналитические данные свидетельствуют о том, что в 2013 году сумма привлеченных дотаций составляла 5,1 миллиарда долларов, в 2014 году 16,2 миллиарда долларов, а в 2016, по прогнозам престижных изданий, объем финансирования составит более 30 миллиардов долларов. Сколько из этих денег вы сможете заработать? Краудфандинг может помочь вам ускорить процесс реализации вашей цели, о которой вы думали много лет или пытались ее осуществить. Например, путешествие по миру, покупка дома или погашение кредита, первые шаги в бизнесе или оплата лечения дорогого вам человека. Существуют разные типы площадок краудфандинга. Одни предлагают продукт в обмен на финансирование, другие основаны на акциях. А есть площадки, на основе которых инвесторы не ожидают ничего взамен. Одной из самых популярных форм краудфандинга является та, где вы устанавливаете крайний срок реализации, в качестве вознаграждения за финансирование предоставляете подарки, акции или долю в бизнесе, после чего люди дают вам деньги на вашу цель. Crowdfunding International больше, чем просто платформа. Здесь нет временных ограничений. Вы можете снимать деньги еще до того, как собрали всю сумму для вашей цели. Компания Crowdfunding International была основана в декабре 2015 года в Голландии 5 предпринимателями. В проекте размещено более 10 тысяч целей, на которые ежедневно идут дотации. Для того, чтобы получить возможность финансирования на вашу цель, необходимо сделать три шага. Первое – прописать свой проект мечты. Дать краткое описание, прикрепить картинку и поставить желаемую сумму. Второе. Внести 225 евро. 200 евро вы инвестируете в ваш проект, 15 евро уходит в качестве комиссии компании и 10 евро берет платежная система. Третье. Включиться в процесс автоматического перераспределения средств. Компания Crowdfunding International заложила в маркетинг все 100% средств и автомат, который безусловно является новинкой среди всех маркетинг-планов. Но что означает 100%? После того, как вы внесли 200 евро, в скором времени вы сможете получить 400 евро от двух человек, которых поставила под вас система, или вы сами сделали личную рекомендацию. Далее вы получаете с глубины организации от 20 до 50%. Нет разницы, кто заполнил уровни, вы или система автоматического маркетинга. Все, что под вами, приносит вам финансирование. Даже если объем сформируется только в одной ветке, а их две, вы все равно будете получать доход. Так устроен маркетинг. Закрыв 7 уровней, через вас пройдет 20 460 евро. Многие это делают за неделю, менее активные за месяц. Но это не значит, что 20 460 евро – это предел. Наоборот, все только начинается. Ведь ресурс одного аккаунта – это 3,5 миллиона евро на вашу цель. Поэтому некоторые партнеры открывают несколько кабинетов, чтобы увеличить финансовый поток. Вывести заработанные средства можно на карту английского банка, предварительно заказав ее в вашем аккаунте, или на свою карту местного банка. Не переживайте, компания укажет пожертвование в качестве назначения перевода, поэтому эти средства не облагаются налогом. Я не могу не подчеркнуть, насколько важна роль создания сообщества друзей, людей, имеющих глобальные цели, которые мотивируют и поддерживают друг друга. Размещая свою цель, вы тем самым делитесь ей с другими. Очень важно выстраивать коммуникацию с людьми, которые встраиваются в вашу структуру. Все дотации можно увидеть в таблице «История транзакций». Мир ждет удивительных историй и проектов от вас. Люди хотят финансировать по-настоящему красивые и яркие проекты. Обратитесь к тому человеку, кто дал вам эту информацию, и спросите, как уже сегодня вы можете получить первую дотацию на вашу цель.